Ох, нет, сын дьявола. Игрок ICS погиб. Мы возродились, мы живы. А как ты выглядишь? Как в жизни, помнишь? А, ну все, тогда понятно. Кстати, реально похоже. На прошлой неделе виделись вот как раз. Да, я помню. Здравствуйте, мадам. Можете отойти от машины, а то я могу случайно по вам попасть. Позвольте открыть вам дверь. О, господи, вы такой джентльмен. Да, мне несложно. Мне так приятно сидеть, знаете. Господи, ты так классно водишь машину, я не могу. Красный свет. Молодец. Нет красного света. Блин, я вот за что я любила GTA? За то, что там можно было такую вот штуку делать. Ломать городское имущество? Да вообще, в принципе, все там можно было ломать. Здравствуйте. Предъявите ваши документы. Или так. Ты же понимаешь, что я не умею водить машину, да? У меня нет прав. Короче, у меня маникюр, и типа я не могу немножечко с клавиатуры. Так, короче, я буду вашим автоинструктором. Ага. Вот здесь. Здесь вы уже прав лишились. Медленно едьте вперед. Здесь врежьтесь в скамейку. Ой-ой. Аккуратно объедьте знак. О. Ну, вы убили человека. Он просто мешал мне. Здесь аккуратно развернитесь и сдайте назад. Не на встречную полосу. Не через две сплошные. За каждое ненарушение правил я буду давать шоколад. А, ну, то есть, значит, шоколадку я кушать не буду. Ты смотри, я не нарушила. Я еду 8. По правилам. Я даже на зеленый еду. Здесь. Кирилл, ты коррупционер, она нарушила столько правил, ты все равно даешь ей шоколадку. Я не могу перед ней отказать, знаешь. Гарик Харламов то же самое говорил. Да, кстати. Все, пойду в фильме сниматься. Куда едем? Убер. Я Убер. О, это ты? Нет. Ну ладно, я тогда сяду. А тебе говорили, что к незнакомым мужчинам нельзя садиться на автотранспорт? Мне такое говорили? Да, я тебе говорил. Нет. А почему я на... Я не хотела сзади сидеть. Ну ладно, буду сидеть сзади. Дороги для лохов, я считаю. Да. Так, как Цой сейчас чуть не влетел в автобус. Отвернулся, называется, на 5 секунд. Почему мы на горе? Почему мы в реке? Блин, у меня ногти, мне неудобно играть на клавиатуре. Хлонтик, еще раз стрельнешь, я тебе жопу пришлю. Дай танк вызову. Я скажу по секрету, мы можем Кириллу что-нибудь сделать с его танком. Давай. Ему не понравится. Ну, зато мне понравится. Я люблю свою работу. Да. Эх. Родные Миоры, родной Витебск. Да-да-да, каждый день такое. Я не могу убить эту машину. Мама, вызывай ГИБДД, меня машина убила. А Кирилл не может есть кости. Чё? Да это очень старый, очень-очень старый. Я не могу есть кости. Да не могу есть кости. Капиталист ездит на своих машинах дорогих. А чувак простой, мне можно так вот бум. Если только танк утоплен, 4 миллиона стоит. Хорошо. Мне кажется, нам нужно выходить? Да. Сейчас Алида будет кричать, как всплыть, знакомое чувство. Как всплыть? Как всплыть? Это S-shift называется. А я могу прыгнуть на тебя? Если попадешь. Только мне самому еще надо так развернуться, чтобы ты попала. Я помогу. В свои 20, уже свой гидроцикл. С девушкой друга еду на свою яхту. На мою яхту, в том-то и проблемы. Агли пинус. Почему у меня розовые трусы? Немножко. Ну ладно, я не против. Ну все, теперь ты это с девушкой друга на его яхте в джакузи. Может, не надо? Надо, надо, надо. Таймер запущен, мы уже 5 секунд как живы. Я хочу дым. Пока. Ты прожила 1.5 минуты. Неплохо. Твою мать. Если ты 3 раза зайдешь в костер и выйдешь, то ты, короче, ачивку получишь. Он пи***т, Алина, он пи***т, Алина, он пи***т. Да не пи***ю я, он пи***т. Кому ты больше веришь? Все понятно. Ты из какого города? Севастополь. Правда, ну скажи. Севастополь. Ну, пожалуйста. Челябинск. Точно? Точно. Ты уверен? Вот тогда я из Гомеля. Абсолютно. Гомель не в моей юрисдикции, как бы. Да пи***т. Угу. Нам нужно было избавиться от полиции. Такая уж у нас Росгвардия приставучая. Вит, скажи, из какого ты города? Челябинский, сказал. У меня на странице ВК написано. Кирилл же рассказывал, нет? Я не помню, что Кирилл рассказывал, я на тебя не подписана вообще-то. Самое время, что сделать правильно, подписаться. По ссылкам в описании вы сможете найти мою группу ВКонтакте, Инстаграм. Едь за мной. Хорошо. Ну только давай так же, как я. Это примерно вот так, да? Давай. Да, все, отлично. Поехали по прямой. Вон туда. А ты точно продюсер? Да, я точно продюсер. Можете снимать трусы. Я в тупик попал. Я понял. Что ты понял? Что ты где-то там в жопе уже успела залезть. Да ладно, мне нравится дом, тут лабиринтики всякие. Фраза «ты где-то в жопе, в лабиринтике» очень странно сочетается, не находишь? Ну, вообще, ну... Какой итог мы можем вынести после этой игры? С тобой классно играть. Я считаю, что Кирилл хорошо сегодня смотрел. Да, согласна. Я взорвал мотоциклиста.
Молодец. Ой. Я мстит мотоциклист. Ну. Кто тебе погиб, это кто? Упал с горы. Этот парень был из тех.